Наглядное пособие, как не надо делать. Водитель машины, видимо, ехал с закрытыми глазами, а подросток не спешился и уверенно переезжал зебру. Виноваты оба. Итоги этого ДТП двухлетней давности – травмы, испуг и помятый капот. Случай не единственный. Еще один ребенок из Мирного пострадал, проезжая по пешеходному переходу в наушниках. Водитель не успел среагировать. В каких случаях такое бывает? Ну, это, во-первых, невнимательность самих детей и родителей в первую очередь, ну и водителя. Водитель в первую очередь несет ответственность, потому что он на транспортном средстве, которое в повышенной опасности. У нас пешеходы ходят как? Уткнулись в телефон и пошли. Они вообще не смотрят никуда. На какой скорости вы обычно едете? Я обычно езжу 40 километров по городу. У нас даже больше не разгонишься. 20 километров даже ездишь обычно. Сейчас дороги вместе со снегом сошли. Поэтому как бы, да, дети бывают, убегают, но тут-фу, у меня не было такого. Ездят, дети. Доверять на дорогах можно только себе, как показывает статистика. За последние 4 месяца в Якутии зарегистрировали 26 ДТП с участием несовершеннолетних. 28 детей получили травмы. Летом во время каникул это число кратно увеличится. Прежде чем покупать ребенку велосипед, мопед или скутер, нужно обязательно учить правила дорожного движения. А еще лучше буквально на пальцах объяснить и показать опасные места в городе. Безопасное поведение на улице сохранит жизнь вашего чада. Профилактические беседы с детьми проводят и инспекторы ГИБДД. Ежегодно акция «Внимание, дети» – это лекции, конкурсы и акции для водителей и пешеходов. В этом году мероприятие проходит с 15 мая по 15 июня. Некоторые моменты дети не знают. Кто-то забывает, кто-то путается в правилах. Это основные правила дорожного движения. То есть это переходить дорогу пешеходным переходом, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин велосипедистам и лицам, управляющим средствами индивидуальной мобильности, обязательно спешиваться, переходить дорогу пешком. Безопасность детей на дорогах – забота взрослых. В жилой зоне тоже стоит соблюдать ПДД. Ездить нужно со скоростью 20 км в час. Помните, приоритет имеет пешеход, а сквозной проезд вообще запрещен. В Мирном есть несколько крупных жилых зон. На Солдатова, Павлова, заезд с улицы Ленина на Советскую. На них все чаще встречаются экипажи ГАИ, при виде которых водители сразу сбрасывают скорость. Ивана Филиппова, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край».